запомните, вот в магии все так устроено, пока ты борешься, пока ты злишься, пока у тебя есть эмоции, все, весь процесс идет медленно. Как только ты перестаешь вообще о них думать, обращать внимание, то есть отсекаешь, для этого нужно время. Для этого нужно время, чтобы это все отсечь и как бы, ну, закончить. Как только отсекаешь, не обязательно ведьма ты или простой человек, который просто чистками спасает себя. Силы возвращаются обратно, эти силы, которые, ну, этот посыл. И у этих людей начинаются бедствия, реальные бедствия. Потому что пока ты злишься, пока ты борешься, что ты говоришь силам? Ты говоришь, я сама справлюсь, я пока воюю. Но они отходят в сторону и ждут. А как только ты отпускаешь эту ситуацию, это слово «отпусти ситуацию», она может быть заезженная такая пластинка, но она реальная. Отпускать ситуацию – это значит отдать в руки сил. Все. Ты сказала, я все, что нужно было, сделала. Теперь можете делать, что вы хотите. И вы увидите, как они получат. И самый главный результат, что ничего у этих людей не получается.